Привет, дружище, ты что-то сегодня раньше меня начал в моем видео. Ты всегда сопровождаешь меня в моих видео. Большое-большое тебе спасибо. А теперь приветствие от меня. Всем-всем привет. Сегодня мы варим в голландском казане блюдо узбекской кухни. Я взял за основу одно блюдо гюль ханум и попробую его сварить в голландском казане. Или как я это блюдо вижу в голландском казане. А мы отпустим нашу птичку и отдыхай, лети. Итак, наше блюдо. Я назвал его «Розы Азии». Для этого нам потребуется 3 таких спелых помидора. Наконец-то у нас появились спелые помидоры. Болгарский перец 1 или 2. Зелень. Вот здесь я немножко сэкономил, даже много сэкономил. Здесь у меня петрушка и черемша. Можно в 2-3 раза больше. Фарш 400 грамм, говядина. Топленое масло, ложки 2-3 нам нужно будет. Черные и красные перчики, оба острые. И зира. Зира всегда присутствует в восточных блюдах. Тесто. Тесто самое простое, на пельмени, на лапшу. Мука, вода, соль, одно яйцо. Рецепт теста будет в описании. Потертый сыр, грамм 150-200, не больше. Простой сыр, любой, какой у вас есть. А также один большой картофель и одна большая луковица. Это для фарша. 2-3 большие луковицы. Килограмма 2 картофеля. Картофель должен быть не разваривающийся. 2 ложки примерно томатной пасты. 2 лавровых листа. А теперь мой любимый казан на 9 литров, голландский казан. Я очень доволен этим казаном, мне можно варить практически все. И чуть я не забыл, 2 большие морковки. Начнем варить. Начнем варить с фарша. 400 грамм говядины, 1 чайная ложка соли. Вполне достаточно. Мелко порезанная луковица, мелко порезанная зелень. Добавим это все в фарш. Как я уже сказал, зелени в следующий раз я буду делать намного-много больше. Потертая картошка, которую показал, большая. Выжали с нее картофельный сок. И также добавим наш фарш. Томатная паста 1 ложка. 1 столовая ложка. А теперь перчик, красный и черный острый перец. По вкусу, как всегда, я добавляю в азиатских блюдах немного больше остроты. Я всегда говорю, в блюдах добавлять надо остроты столько, чтобы это не было остро для вашего желудка, но вы чувствовали эту остроту этого блюда на вашем языке. И все. Но это должен каждый сам примерно знать, сколько ему нужно. Остро. Итак, наш фарш перемешаем, очень тщательно перемешаем, и за этим мы с фаршем готовы. А теперь картофель почищенный, порезанный наполовину. Чтобы в этом блюде хорошо, все надо очень так крупно резать. Морковку вот крупно порежем, лук можно немножко поменьше, конечно. Помидоры порежем на 4 части, не будем мелко их резать. И болгарский перец тоже так крупно порежем. С продуктами мы разобрались, теперь начнем варить. Так как я варю в голландском казане, мне нужны угольки или грильный брикет. В этот раз не 24, как я всегда делаю, 20 штук. Разжег их, чтобы они такие были красными. Поставим наш казан, голландский казан, и 3 столовые ложки топленого масла, сливочного масла. Я делаю это блюдо не совсем по рецепту. Я немножко его переделал для своего казана, для голландского казана. И поэтому я сначала обжарю картошку в горячем масле, чтобы она такая стала немножко желтовато-золотистого цвета. Получила такую корку. А
А дальше мы делаем по азбуке кашвара. То есть первым идет лук. Обжарим его тоже до золотистого цвета. Потом возьмем ложку томатной пасты. Все тщательно перемешаем. Лук у нас стал таким желтым, золотистым. Значит, нам надо добавлять следующий продукт. Следующим продуктом будет у нас морковка. И также обжарим. Но обжаривать будем долго. Морковку, например, 3 минуты вполне хватит. А теперь зира. Свежепомолотая зира. И также все перемешаем. Болгарский перец. Ему хватит вполне 2 минут, не больше. Обжарили. Вот теперь нам нужен будет 1 или 1,5 литра кипяченой воды. Если у вас есть дома бульон, то добавьте лучше бульона. Будет еще вкуснее. И, конечно, тщательно это все перемешаем. 2 лавровых листочка. И теперь попробуем на вкус, на соль, на перец. Ну, перец вообще-то я еще не добавлял. Так что надо добавить обязательно. Итак, мы поперчили. Почти все продукты находятся уже в голландском казане. Почти. Картофель. Вот теперь пойдет картофель. Обжаренный картофель. Обязательно убедитесь, чтобы хватало жидкости. Примерно 0,5 сантиметра ниже картофеля. Закроем крышкой наш казан. Распределим угольки. 7 штук внизу оставим, 13 положим наверх. И еще мы должны 10 штук, 10 угольков разжечь для последующей варки в этом казане. Вот теперь самое сложное, наверное, я так думаю, в этом блюде. Это работа с тестом. Тесто 400 грамм. Я разделил на две части по 200 грамм. И теперь нам нужно его раскатать. Раскатывать это легко или тяжело, я не могу сказать. Я не скажу, что я такой умелец раскатывать тесто. Я делаю часто дома пиццу. Мы делаем пиццу сами. И приходится раскатывать. Немножко я умею, но не так, конечно, как посмотришь, как это делают, например, в Казахстане или в Узбекистане. Как они это делают, это сказка, можно сказать. Но у меня тоже немножко так, можно сказать, получилось. Или я старался делать, как они. Как делает это в Азии, например. А теперь я убавил скорость видео и посмотрим, что я тут накатал. Ну, у меня получилось примерно 2-3 миллиметра. Я так думаю, что пойдет. Добавим немножко скорость, а то у нас видео будет очень-очень длинным. И разрезаем такие полоски по 8 сантиметров. Медленно. И опять быстро. Так, вот эти отрезки мы уберем, не выбрасывать их. Мы будем их также использовать. 400 грамм теста, 400 грамм фарша и начнем формировать наши азиатские розы. Берем немного фарша, немного. Распределим на одной полоске. Подвернем вот так, немножко сплющим и очень плотно скатаем в одну такую розу. И вот теперь медленно опять. Вот такая азиатская роза у нас получилась. А теперь быстро работа с обрезками. Выбрасывать, конечно, их не будем. С ними тоже можно сделать маленькую, очень, может быть, неказистую, но розу. Также добавим туда фаршу, подвернем, приплюснем и закрутим. Мы делаем это для себя. Не обязательно, чтобы так было очень красиво. Хотя, честно говоря, посмотреть, она тоже выглядит примерно как роза. Вот здесь немножко приплюснем так, чтобы она не развернулась. Да. И остаток фарша просто распределим по всем розам. 400 грамм теста, 400 грамм фарша, и у нас получилось 10 таких разных роз. Одни большие, одни маленькие. Как в жизни. Прям. Вот они, красавцы. Азиатские розы. На работу с тестом и с розами мне примерно ушло 20 минут. Это как раз хорошо для нашего картофеля, морковки, болгарского перца и так далее.
открыли крышку, там все кипит, все прекрасно, распределим наши розы. Обязательно обратите внимание на жидкость, она должна быть примерно 1 сантиметр ниже картошки. Распределили наши розы, и теперь что? Помидоры, мы не забыли про них, вот теперь пойдут помидоры. Найдем место, конечно, для них, и так втыкнем прям в наше это блюдо. Почему сейчас помидоры? Просто я не хочу, чтобы они были переварены, помидоры. Иначе мы их потом просто не найдем. Можно было даже проложить слой помидор и потом положить на них эти розы, скажем так, одни. Последний этап – это сыр. Примерно 150-200 грамм, распределим его на поверхности наших азиатских роз. Закроем крышкой наш казан. Распределим наши угольки. Прилетел опять мой дружок. Привет! Итак, мы разожгли 10 угольков еще. Внизу оставим примерно 12 угольков. Все остальное положим на крышку казана. Нам сейчас нужна жара сверху. Почему жара сверху? Чтобы сыр расплавился и так поджарился. Сделал такую корку. То есть наши розы Азии снизу будут мягкие, а сверху такие будут твердые, хрустящие. И это будет вкуснее. Так я понял. Оставим наш казан на 40 минут, не поднимая крышки. На 40 минут. Вообще я научился очень быстро варить. Посмотрите. Оп, готово. Здесь я ничего не буду говорить. Вы это сами увидите, как это выглядит, как это красиво выглядит. Вот и такое блюдо можно приготовить в голландском казане. И вообще я очень-очень доволен этим голландским казаном. Это блюдо можно сварить и в сковородке, и можно в простой кастрюле сварить. Но я вам уверяю, что в голландском казане будет намного вкуснее. Это проверено уже, не знаю, на 100%. Это блюдо сделано не совсем по рецепту. Пусть на меня братья узбеки не обижаются. Так сделал я его в этом голландском казане. Я считаю, что рецепт блюда – это как дерево. У дерева есть корни. Это как раз таки вот начало рецепта. Где-то он был придуман, где-то он варился веками, может быть, даже. Ну, у дерева есть ствол. И этот рецепт жил, рос. Потом приехали, например, гости к вам. Им понравился этот рецепт, они взяли этот рецепт с собой. Но у них в их регионе нет таких продуктов. И вот пошла первая ветка. То есть рецепт немножко изменился. Но от этого он, конечно, не пострадал. Он стал по-своему вкусен. Также вкусен. Потому что есть главный рецепт, то есть первый рецепт блюда, он вкусный, но есть и отводы этих рецептов. Я считаю, что они все заслуживают внимания, и они все очень вкусные. Спустимся с небес на землю к нашему блюду. Как раз таки только сейчас была такая хрустящая корка запеченного сыра. Разрежем одну из роз, развернем ее и посмотрим. Вот такая красота у нас получилась. Я желаю вам всем приятного аппетита. Оставайтесь обязательно здоровыми. И в конце моего видео, как всегда, маленький фильм, маленький трейлер, что будет в следующий раз показано. И как у нас говорят в Германии, auf Wiedersehen und tschüss, до свидания. Одно скажу, что в следующий раз будет твориться не просто гамбургер, а сельский гамбургер. До свидания.